Добрый день, друзья. Мы находимся сейчас в Одесском Duty Free в аэропорту. Вот мы уже покидаем Одессу, покидаем Украину на какое-то время. Летим обратно. Так, вот сейчас мы покажем примерно, что в Duty Free есть. Сигареты. Блок 31 евро. Давидов парламент 29. Винстон 29. 28. Мальборо. Но это ни в коем случае не реклама. Потом алкоголь. Вот, допустим, 8 евро мартини стоит. 54 чивас. Балантайс 20. Red Label 23 получается. Black Label 48. Вот. 24 Джемисон. Мартели 60 евро, 251 Хеннесси, Метакса 17, 74 Хеннесси, 48 Хеннесси. А? Ага. Да, здесь 50% duty free алкоголь. Водка 55 евро, 20 евро Абсолют. Финляндия 18 евро, 10 евро Казацкая Рада. Смирнов. 11, маленький наборчик такой вот. Так, пойдем. Смотрим, что здесь. Мартини. 15,5 евро. Шампанское. 14 евро просекко. Можно посмотреть парфюмерию. Так, пробежимся. Армани код 60. Аква Ди Джио. Самая большая 117. Ланкомы. Трезор 90 евро. Миракл 103. Гипноз 89. Диор Омб 88. Джой Жадор. Средняя цена 68 евро. Дальше. Так, краткий обзор. Сегодня хотела привоз снять, но мне не получилось, я плохо чувствовала, поэтому снимаю Duty Free. Versace 70, Chanel Allure 66, Mademoiselle Coco 85 евро флакончик. И такая водичка, парфюмированная вода, 43 самая маленькая. Chanel Chance, так, 67 и 50 евро самый маленький разлив. Здесь парфюм Миллион Пако Рабанна 54, Леди Миллион 70, Босс 62 евро, Хьюго Босс 77 такой, Кельвин Кляйн 106 самый большой, 83 поменьше, Эйфория, Булгари 77, Омния 80, вот такая. Так, что здесь еще интересного? Такой 63-68. Ив Сен Лоран 73. Да, я по-быстренькому пробегусь. Так, Прада 151-98. 84 евро. Так, примерно... По алкашке пробежались, по сигаретам пробежались. Кенза. Кенза 60 евро. Вот такие флаконы. Такие 68-76. Барбери 77. Ну, честно сказать, ну, стандартно. Ничего такого. Все стандартно. Сладости. Баунти Сникерсы 6,50 евро. Баунти. Киндеры, шминдеры, всякие вот такие вот 9,50. 9,50. Так, ну, нечего здесь больше делать. Пойдем посмотрим, что там. Здесь выход на посадку только через Duty Free. Duty Free никак не пройдешь мимо. Такой вот здесь посадка.
современный новый аэропорт, весьма достойный. На посадке кафешки, все, кофе наливают. Посмотрим взлетную полосу. Сегодня хорошая погода, не то, что мы улетали. 27 метров был ветер и дождь. Вот, видите, какая погода сегодня классная. Отлично. Отлично. Так, где наш Лизок? А, Лизочек туда ушла. Мы летим вместе с нашими родственницами. Ой, думаю, что это будет отдельная серия приключений Ируни. Вон они сидят. Приключения Ируни и Пашуни в Турции. Тетки смешные, веселые. Вот, жемашут. Думаю, будет интересно. Вот Ируня, Пашуня. Приключения начинаются. Высадили людей. Вот идут. Сейчас мы ждем своей посадки. Не знаю, на этом же полетим. Когда лень идти пешком? Или уже сил нету? Мы едем стоя. Да, Лиза? Да. Посмотрите, какой Стамбул красивый. Проплываем мимо Стамбула. О! Ируня и Пашуня летят на юг. Всем привет! Да. Жалко, что сейчас сразу закончится. Лень. Доброе утро, друзья! С вами канал Краски Же. Ну, вот мы и дома. Наконец-то добрались. Вот уже чувствуется разница и по краскам, и по температуре. Вернулись в наши пальмы. Наше тепло. Сегодня пойдем гулять с родственниками. Выгуливать их, показывать местные достопримечательности. Сейчас пока вокруг дома погуляем. Покажем наш комплекс. Пока возле каждой пальмы не сфотографируются они, мы отсюда, я так чувствую, не выйдем. Ну ничего, будем фотографировать, снимать их. Вы видели когда-нибудь, как цветет пальма? Посмотрите, какие агрессивные цветы. Банановая пальма. А, банановая, да, банановая. Видите, какие? Такие черные, как стрелы. Достаточно агрессивные такие цветочки. Сережа, а если вот эти очень красивые пальмы? Так что растут бананы, высоко достать бананы нелегко. Прибаутчицы делают наш день, девчонки. Да. Наш паркинг, вон наши велики стоят. Наши велики стоят. Ну, на них. Я случайно забыла замочек, уехала, и Сережа две недели не мог покататься. А я забыла замочек от замка велосипедного. Ну ничего, сейчас мы их распакуем скоро. Будем, продолжим наше путешествие, велопутешествие по центру и не только. Сейчас мы вышли на общую зону отдыха. Пока еще, конечно, пустой бассейн. Летом я вам все поснимаю, когда он будет здесь наполненный, теплый. Огромнейший бассейн летний. Вот горки. Здесь ставят лежачки, столики, люди отдыхают. Там находится кафе, бар,
игровая зона для детей. Здесь находится спа-центр. Сейчас мы туда поднимемся. Да. Девочки строят план на лето, как они здесь будут с горки. С горки будут кататься. Спасательный круг, Ира, одевай, вон каска. Пойдем. Мы сейчас пойдем посмотрим в спортзал. В спортзал не идем? Идем, посмотрим. Не в плане того, что заниматься ты имела в виду, правильно? Просто посмотри. На что оно нам треба? Просто посмотри. Ира, представляешь, а ты, если в этой трубе ты прокатишься? А, она же не закрытая, да? Она открытая, эх, жаль. Нормально она проскользит. Хотя бы не вылететь за бортики. Да. За бортики. Все нормально, вылетишь. Тем больше вес, тем больше приемлемся. Все культурно, туалеты, душ. Все есть. Такой комплекс. Вот теннисная большая площадка, она же баскетбольная. Мы еще доберемся до нее. Идем в спа-центр. Так, это наш спа-центр. Здесь мы занимаемся. Тренажерчики незамысловатые, но все есть, в принципе. Пожалуйста, в любой момент, в любой день, в любой час, дня, ночи можно посещать. Здесь у нас находится зимний бассейн с подогревом. Вода прогревается примерно до плюс 30. Тоже в любое время можно посещать, дня и ночи. Лежачки. Да. Пожалуйста. Бассейн шикарный, теплый, чистый. Конечно, за ним следят. Вот, смотрите. Сегодня, правда, что-то он еще не подогретый. Все. Зимний. Всю зиму работает. Ночью подсветки. Так что там еще хамам у нас. Большая комната хамам, соляная комната, где можно подышать солью для тех, у кого проблемы с легкими. Дальше здесь еще одна комната для отдыха. Столики, лежачки тоже можно просто посидеть, порелаксировать после хамама, после сауны. Там раздевалки, душ, полностью все вот этот блок. А здесь health center, здесь хамам. Нет, не нашла. Тут свет выключен, сожалею. А я не слышу запаха мне. Давайте. Пашуня. Да ты, смотри, какая спортивная. Девочки дорвались. Поздно, поздно уже. Что вы тягаете? Поздно. Молодец. Мэр, чипы с велосипеда. Что ты хочешь? Да ты сейчас потом гулять не сможешь. Сейчас, наверное... Останется велосипеда. Он поломанный был. Дальше спа-центра находится беседка барбекю. Здесь тоже можно выходить, жарить мясо, шашлык, что угодно. Пожалуйста, компаниями собираться, праздновать что-то. Бесплатный Wi-Fi есть, детская, горочки. Так, скоро здесь забурлит жизнь, приедут туристы, отдыхающие. Здесь будет очень много всех. А зимой никого не так хорошо. Здесь игровая комната. Опять же, бар. Можно заглянуть. Заглянем. Вот такой вот детский зона игровая. Вот здесь вот барчик летний. Уже будет работать. Телевизор, бильярд. Здесь вон всякие игры настольные, напольные. Здесь теннис настольный. Вот такая зона отдыха. Так, здесь играем теннис. Вот тут детский уголочек тоже. Все есть. Нормально. Там дальше еще один ресторан.
такая зона ресторанная. И покушать можно, и заказать что-то летом. Тоже, я думаю, приготовят. Ну, такой комплекс. Здесь зона паркинга. Охрана, security сидит. Там, в принципе, решают все наши вопросы. С любым вопросом можно подойти, и все порешается. Мерба. Вот так оригинально сделали летний душ после бассейна и до бассейна. Так как дерево. Басик, конечно, здесь знатный. Вот детский бассейн, где лягушатничек маленький. Бассейн огромный. Это один из самых больших бассейнов, которые я видела здесь в комплексах. Самый большой. Я не знаю, 50 метров, наверное. Сереж, сколько метров примерно этот бассейн? Длина. Я думаю, 50 метров. Давай посчитаем. Самый большой. 3, 4, 5. В общем, посчитали мы, длина 30 метров. Ну, не 50. Это мне так казалось или хотелось, наверное. Так что, в принципе, хватит и 30. Попробовать проплыть его туда-обратно.